кто-нибудь? Меня слышит кто-нибудь? Вы меня слышите? О, черт, а где же вы все? Народ, вы меня забыли? Народ, двигаем, хватит тут торчать. Постойте-ка секунду. Никогда раньше этого не делал. Все готовы? Все слышали? И сейчас зададим ей жару. Готовы? Все готовы к тому, что нас ждет? Понятия не имею, как работает эта хрень. Вперед! Меня все зовут тренер. С нами все будет в порядке. Главное не вешать нос. Готов. Но если нам придется драться с ними, то лучше вместе. Успокойся, сынок. Все будет в порядке. Все собрались в круг. Помолимся. Господи, не оставь нас в этот страшный час. И что, по-твоему, я здесь делаю? Я же не просто так тут прохлаждаюсь. Так, народ, давайте-ка пошевеливайтесь. Что, не нравится? Как тебе вот это? Вот, яблочко. Вот, да, отлично. Вот это да. Разбредайтесь, идите за мной. Мы уже совсем рядом. Не останавливайтесь, огонь! Ура! Да, парни, это было просто супер! Мне бы надо было учиться на танке ездить. Да, сейчас у вас точно начнутся проблемы. Чувак, давай-ка соберись. У тебя все получится. Давай же, давай, соберись. Парни, вот это по-нашему! Это ведьма! Бежит со мной! Это я! Меня преследует ведьма! Стреляй в ведьму! А мне ведьма! Меня звать тренер. Ну, конечно, ага. Нечего ржать, ничего смешного. Ты мог... Нет, это правда смешно. Да, да, я готова попрыгать. Я не шучу, имей в виду. Если тебя свалят еще раз, ты уже не встанешь. Как тот чувак из фильма про автошколу. Еще раз, и тебе кранты. We'll be right back.
Здесь ведьма! Гасим свет! Отойдите назад! Не злите ведьму. Черт возьми! Что за черт? Мы выжили, значит, мы круты. Ты сказал мне, что хочешь быть кем-то, и я научу тебя, как быть настоящим воином.